Штрих-код Рекордс. Подходит срок на батле, но я сдам трек навряд ли. Ага, блин, я даже текст не написал ни капли. Не до шуток, чтобы встряхнуть себя и раздобыть идей. Я решил прыгнуть с парашютом в последний день. Короче, наш самолет набирает высоту. Первый, блядь, пошел, второй, и ты, блядь, прыгай давай, нахуй, уже скорее. Давай, первый, пошел, блядь. Не толкайте, я сам, опа. Я ж нормальный пацан, я люблю высоту. Кто-то бы в штаны стал тут, я же могу спокойно достать и поссать на лету. Но все-таки тревога пришла на место, мне стало страшно. Ну это пиздец, блядь! Я вспомнил детство, свой первый трек, когда я был пиздюк. Я в черном списке у чмырей и сук. И тут на ум приходит крутая рифма и смысл. Если не запишу, забуду, блять, надо записывать. На палеве начинаю искать ручку по карманам. Где-то была, паниковать пока рано. Где она? Возможно, это мой последний шанс. Ведь я не чет, у меня нет в очке карандаша. Пока муза на месте, надо не щелкать лицом. Блять, я забыл дернуть за кольцо. Балконы! Балконы! Нихуя себе! Рома! Рома! Смотри, труп! Это парашютист, наверное. Давай карман обшарим, у него пока никто не видит. Ааа, блядь! Палец ударил! Где я, брат? Это магазин утконос. Утконос? О, дай ручку. Снейк, ты похож на Джонни Боя, а он похож на Губина. Короб, ты добряк, но все-таки дай пизды кому-нибудь. Танир, наконец, просрись и не рычи. Классик, хватит филонить, пора делать real shit. Это Вутон. Идите нахуй сами. Летаем в бой, дом. И на правила мы стали. Это Вутон. Идите нахуй сами. Многих слушателей сходу тревога атакует. Что за настрой? Неужели он даже тараторить не будет? И пока Танир поет и причитает, спасает свой зад. Ваня Снейк, я буду на правила твоего батла стать. У кого-то даже мысли об этом вызовут тревогу. Но я же здесь говорю отнюдь не потому, что мне похуй. Возможно, это выйдет боком, ведь многих это бесит. Просто говорить как есть, это моя профессия. Перед тем, как писать текст, я почитал заметки ВКонтакте. Ваня Снейк там пишет факты и свои мнения о батле. Он не находит себе места и недоволен судейством. Видите ли, с его оценками есть 5 несоответствий. По его мнению, Вутону и третий раунд потолок. Но кто тебе наврал, что твое мнение это эталон? Ты организатор и напрасно возомнил себя отцом. Тебе в хип-хопе не надо нагибаться, чтобы пройти под стол. Ты царь на сайте, судейство посадил себя сам. Ты теперь твой посыл с батла, я возвращаю адресату. И не надо гнать на судьи, они все мои друганы. После того, как возьму батл, придется руки мыть. Это Вутон. Идите нахуй сами. Влетаем в твой дом. И на правила мы стали. Это Вутон. Идите нахуй сами. My hip hop drops on your head like red. Вот так вот. Вот такие дела. Кто-то опять будет говорить, не раскрыл тему, не раскрыл тему. Ванька по-любому обиделся, я знаю. Танир тоже по-любому расстроится. Ладно, Танир, что, все хорошо будет, не расстраивайся. Все будет хорошо. Танир, ты бы не лаял, видимо, лайнер твой потонул в океане. Как подобает, ведь я не подарок в этих баталиях. Бери медальку за третье место, чтоб не рыдали твои фанаты. Мы не виноваты, слов водопады, тупитовый батл, будто бы дебаты. Тут тебе не рады, тачдаун, когда я доставляю панч на дом. Не плачь, Таня, ведь делать не только кач надо. Я бешу тут многих, и мои шутки убогие. Но в этой шутер-трилогии я откушу тебе ноги. Надо ли лапать парня со Влада? Думаю, вряд ли. Это понятно, мы не виноваты, что мы далеко от вас. Но не прячем глаз под аватар, нас нету на DVD-платах, TV-парадах, тематират. Но еврофатах, это по факту, но мы придем забрать все. Нелегко, хотя мы не первый битый год. Ставим на кон то, что из окон тянет петухов. Поведение не эталон, я не воспитан. Ведь многих козлов я хочу ударить битой в лоб. Это произойдет, я верю в бога, а не суд. Я останусь тут до тех пор, пока не унесут. Буду орать свой рэп, пока не охрипну. Буду хрипеть и потом, это мое имхо. Если рядом Вутон, поднимай руки в воздух. Руки в воздух. Если рядом Вутон, поднимай руки в воздух. Руки в воздух! Прежде чем наносить кому-либо увечья из-за этого кинопустячка, вспомните, даже у Всевышнего есть чувство юмора. Взять хоть утконоса. Постскриптум. Мы искренне извиняемся перед всеми любителями утконосов. Коллектив VSQ уважает благородных утконосов. Мы вовсе не хотели никого принизить. Еще раз спасибо.